Здравствуйте, милые девочки, здравствуйте, друзья, с вами Елена, рада всех приветствовать на моем канале. Сегодня я покажу вам масочку на основе приготовления с белой глиной. Маска просто изумительная, девочки. Подходит для каждого типа кожи. Обязательно попробуйте. Маска сглаживает морщинки, питает кожу, увлажняет ее, насыщает ее, удаляет пигментацию. Короче говоря, маска просто супер. Итак, для приготовления этой масочки нам понадобится 1 столовая ложка белой глины. К белой глине я добавляю 3 столовые ложки теплого кефира. Одну чайную ложку льняного масла. Одну щепоточку соли и 2 чайные ложки лимонного сока. Я прямо так возьму и выдавлю на ложечку. Вот 1 ложечка. И 2. Так. Все эти компоненты перемешиваю. Если вдруг будет маска густоватая, то можете развести ее еще немножко кефиром. У меня масочка получилась просто оригинальная. И не густая, и не жидкая. Средней такой консистенции. Вот как видите, вот такая. Вот. Маска просто оригинальная. У кого жирная кожа, проблемная кожа, обязательно приготовьте такую масочку. И если вы будете ее использовать 2 раза в неделю, то увидите результат, не заставит себя долго ждать. Данная маска хорошо сужает поры и устраняет жирный блеск. Она укрепляет и матирует кожу, при этом не пересушивает ее. Морщинки заметно все разглаживаются в короткие сроки, и ваша кожа омолаживается на глазах. Рекомендую всем такую масочку, у кого жирная кожа. Готовую масочку наносим на лицо. Наносим вот такой мягкой кисточкой. Выдерживаем масочку 20 минут и смываем прохладной водой. Девочки, сегодня я приготовила вот такую замечательную масочку. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь и включайте колокольчик. Не забывайте писать свои отзывы в комментариях. Буду очень вам признательна, если вы поделитесь своими масочками. Какие масочки вы применяете? И я расскажу о них на своем канале. Приглашаю всех в гости на мой канал Яндекс.Дзен. Буду всем очень-очень рада. Ну а у меня на сегодня все. Всем хорошего дня, отличного настроения и всего самого доброго. Красоты вам и здоровья, девочки. Всем удачи. Пока-пока. С вами была Елена. Скоро увидимся. Люблю вас.